Буквально пару дней назад в Токио закончились очередные Олимпийские игры. Российская команда в общем медальном зачете заняла почетное 5-е место. Одним из участников тех событий стала жительница Ульяновской области Варвара Баранова, которая стала почетным гостем на торжественном награждении ульяновских спортсменов в преддверии Дня физкультурника. Варвара участвовала в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Заняв 15-е место, Варвара не расстроена. Как отмечает сама спортсменка, получила закал для усердных тренировок и подготовки к следующей Олимпиаде, которая состоится через 3 года в Париже. Совершенствование техники гребли, опять же, силовая подготовка. Если нам еще почистят гребной канал в Ульяновске, да, ну и сделают его, было бы вообще замечательно. Новые базы построят, тоже хорошо. Ну вот, а так просто тренироваться, готовиться и, наверное, тренироваться в 2 раза больше. Заслуженные награды от Министерства спорта Российской Федерации и правительства Ульяновской области на мероприятии получили профессиональные и начинающие спортсмены, паралимпийцы и простые граждане, которые активно занимаются спортом. В этом году День физкультурника празднуется 82-й раз. Обычно он всегда сопровождается соревнованиями, массовыми мероприятиями. К сожалению, сейчас пандемия не дала нам такой возможности, но наших замечательных спортсменов мы сегодня обязательно отметим. Как отмечают в областном Минспорте, коронавирусная инфекция не изменила желание жителей Ульяновской области заниматься спортом. Напротив, пандемия стала толчком для открытия новых способов развития спортивной отрасли. Максим Писарев, Герман Баранов, Улправда ТВ.